Смотришь. Настя. Алина, иди сюда. Настя. Привет. А со мной? Я гномик. Да ты что, ты гномик? Ты красивый гномик. На, подержи. Ты какой красивый гномик. Только после спектакля. Смотри сюда. Настя. Нет, там у меня что-то. Настя, ну смотри сюда. А кто это к тебе пришел тут? Баба Оля. К тебе все пришли. Ты богатая. У тебя сколько бабушек и дед, и Юрик даже есть. Очень рада, что пришли посмотреть. Очень красиво, да? Настя, давай хорошо. Ну-ка, покажите мне скорее. Диана, сюда иди. Сюда, пошла. Сюда, иди, тихо, там не мешайте. Настя, ты такой симпатичный скоморох. Ты гномик, ты что? А как гномик зовут, Настя? Сегодня день Бандуса. Сегодня день Бандуса. Да-да-да. Давай я расскажу. Давай расскажи. А еще кто? Настя, Настя, а ты знаешь стишок? Настя, ты знаешь стишок? Давай расскажи тоже. А нам. За напугами все мы были, а теперь уж гляди, подросли и поумнили, стали с бабами почти. Ого, ух, молодец. Ты, браво. А расскажи стишок. А еще кто может? Давай. Алло. Сегодня день особенный, на наши ребятни. Они сегодня в садику прощаться сказали, пришли. Вот молодец. А еще кто может? Ну, как у меня юбочка. Ну, давай, покажи. Ух ты, какая у тебя юбочка. Стишки рассказывайте. Да. А? Ну-ка, давайте. Тренируемся. А ты тоже хочешь рассказать? Давай, расскажи. Расскажи скорее, расскажи. Ты стесняешься? Василиса, иди сюда. Иди. Давай, рассказывай. Ну-ка, давай про черепашку расскажи скорее. Шла купаться. Давай. Громко. И кусалась. Всех от страха. Кусь, кусь, кусь. Гномики ко мне подошли, гномики. Гномики. Друг за другом, как на танец. Друг за другом, как на танец. Друг за другом, как на танец. Часа, иди, иди. На, Алена. Вика. Да, все, пошли выступать. Шш. Да, Настя! Thank you.
Не стоят на месте ножки, потанцуйте, мои крошки. Ну, как гномики, скорей, потанцуйте веселей. Ей тоже подарили. У нее нет еще выпускного. Настя. Это лето. Что это такое? Матрешка. Теперь у тебя тоже будет матрешка? Это да? Ты к нам приезжала, тебе все время Наташа, хотелось? Да? Теперь у тебя будет такая матрешка. Ну посмотри, разбери ее. Все, у тебя выступление закончилось? А? Ух ты, киндер-сюрприз ей подарили. Вот да. Это да. Давайте скорее же открывать. Ну давайте. А может, ты домой несешь, мамочки, папочки? О, ты же теперь богатая уже, у тебя же сестренка теперь есть. Да. Как ее зовут? Софи. Ты ее уже видела? Да. Да? В окошечко? Да. Ну, пойди, я тебе помогу, подойди. Мам! На, садок, лёд. Лёд, сейчас. А у меня есть матрёшка. Ты. Там супер. Ну, давай посмотрим, что там в матрёшке тоже. Ты вот будешь, это у тебя подарок сегодня, это а? Это ты будешь кушать? Да. На, говори. На, смотри. Это надо разорвать его, да и все покинуть. Да, оно открывается. А, открывается.
Покажи, что там. Да тут темно. Может, туда пойдем? А туда можно? А чуть-чуть. На, держи так. Давай. Настя, а бумажки разве можно бросать? Давай скорее. Я буду держать. Пойдем туда. Настя, пойдем туда, зайдем. А то здесь очень темно. Это ваша группа, что ли? А ты где спишь? Так они не здесь. А, не здесь? На, не здесь. Тоже. Ух ты! А у тебя какая красивая раскраска. Это же громик у нас. А у громика вот так шапочка идет. На, смотри. Давай. Смотри, бумажка. Настя, ты такой симпатичный гномик. Я таких не видела красивых гномиков. О, смотри, сколько, 5 штук. И назад. Пойдемте. Все, покушала. Что такое? Наконец-то, привет, Настя. Нету шайки. Все, что зовут? Мама! Мы кушаем там. Хорошо. Пошлите на участок. На участок? Зачем? Настя. Ты... Это наша лучшая. На свой шоколад в карман. Или бабе Оле в карман дадим? В карман. Ну. В карман мне. Пропусти его фотографии. Ты знаешь, что она знает про английский? Че копай? Ну-ка, что знает? Че ты знаешь? Вот это как по-английски называется? Butterfly. А вот это? Не знаю. Fish. Fly. Fish. Рыба. Fish. А лягушка? Ты же знала, ты же мне рассказывала. Ну? Мамочки, 2 дня нету, уже забыла? Птичка, пошли. Загадай свое желание. Ну я забыла же загад, ты же мне раньше не сказала. Загадывать? Загадывай ты. Нет. Ну давай, я загадываю. Теперь дуть? А что делать? Загадывай желание. Ну давай, я загадала. Давай, какое? Ну, нельзя же желание рассказывать. Ты загадала желание книжку? Нет, это же секрет. Ты писить хочешь? Да. Давай подержи. А где он забирает кто-нибудь? Мы будем сторожить. Да. Пока. Даже пока. Ну давай, пока. Приезжать нам в гости? Ага. На тебе, держи. Дома будешь разбирать, собирать, тренироваться, да? И в садике. Софии покажешь? Ну, пойдем. Хорошо. Завтра пойдем. Ну, Настя, пока. А ты туда, наверное, туда надо идти? Пойдем туда. Давай. Он снимает, по-моему. Да? На. Ну пока, Настя. Бай-бай. Пока-пока. Пока.